Там УАЗик стояв, бросили, там 4 міни противотанкових було. А ще далі 17 ящиків, там вже танкові ці були снаряди. Роздівались на ходу. На ходу. Все, передівались. Одежу, так? Да, да, да. Убігали. Втекли за 40 минут отсюда. Транспорт стал ездить, а то вообще у нас тут улица тихая. Нигде никого, почти все уехали. Нам просто некуда было ехать. Мы остались. Штепу надо первую забрать, а то и на площади ее судить народом. Она обдурила народ. Обещала одне, а сказала, бендери прийдуть. А прийшли чеченці. Гора Карачун знаходиться з цієї сторони. З цієї сторони за вами знаходиться гора Молочар. На цій горі збили вертольот, на якому летів генерал Кульчицький. Зараз ми на дорозі зі Слов'янська до Краматорська. Звісно, зупиняємося, щоб подивитися на от наслідки, наприклад, боїв. Можна подивитися, яка воронка залишилася, і там такі візуальні наслідки. Бачили, звісно, там на узбіччі і тіло. Не будемо показувати з етичних міркувань, як виглядає. В ніч з 4 на 5 июля була попытка совершить прорив штурмової бронегрупи подразделений сепаратистов со стороны Славянска на Краматорск, непосредственно на данном отрезке дороги. Прорыв осуществлялся непосредственно по всем четырем полосам с задействованием БМП-2 в количестве 2 единиц, в количестве БМД-2 1 единицы и в количестве танков типа Т-64 2 единицы. Здесь непосредственно танк, который вы наблюдаете, первый пошел на прорыв, был поражен гранатометом непосредственно с позиций, которые находятся в данной лесополосе. Непосредственно 5-го блокпоста выставлено у 25-й отдельной парашютно-десантной бригады. Есть, соответственно, после этого было огнем реактивных противотанковых гранат. Данная БМП-2 развалена, вытолкана, грубо говоря, выталкивали ее на мины для того, чтобы ее подорвать. После этого, соответственно, был, как так сказать, наши сепаратисты дальше пытались прорваться. Непосредственно на единице БМД-2 и БМП-2, которые находятся сзади вас непосредственно. Скажите, а кому-то удалось прорваться, там, машине или... Здесь ничему. Все здесь были уничтожены? Все полностью ранее были уничтожены, соответственно, за исключением трех женщин, которых взяли в плен. Женщины, соответственно, одна женщина журналистка РЕН-ТВ, одна женщина по должности стрелок и одна женщина, что самое интересное и смешное, наводчик-оператор БМД-2. Она просто перед тем, как мы поразили БМД-2, из нее выпрыгнула. Есть возможность общаться с местным населением? Как они? Настроение населения непосредственно 80-90% населения рады. Говорят спасибо. Есть такие, которых, понятно, не переубедить, но тут мы уже не в силах помочь. Ну а как, вы там разговариваете, общаетесь, какая-то взаимодействие? Чисто толерантное общение. Люди же, наверное, подходят, что-то спрашивают. Что спрашивают? Как вам сказать? Спрашивают, как получилось. Боялись, не боялись. Такие, ну, вопросы элементарные. Так. Беспокоятся, наверное, спрашивают о каких-то проблемах, которые есть. Да, да. Ну, это естественно для местного населения. Вы сами откуда? Сам? Давай. Город Красноармеец, Донецкая область.